Ну а омские медики начали проводить сложнейшие операции с помощью умного скальпеля. Так врачи клинического медико-хирургического центра назвали уникальное оборудование – костный диссектор. Это аппарат, который используется при хирургическом вмешательстве на черепе и позвоночнике. Устройство не повреждает сосуды и нервы, делает надрезы меньше миллиметра шириной и даже думает за врача. Моя коллега Юлия Боброва увидела, как работает уникальный аппарат. У пациента, который лежит на операционном столе, случай не уникальный, но от этого не менее сложный. Долгое время болела шея, но Амич терпел и затягивал с лечением. В итоге грыжа межпозвоночного диска, причем огромных размеров. Придется ставить имплант. Врач Станислав Казимирский делал десятки таких операций, но каждый раз рисковал. Ведь процедуру проводят на открытом позвоночнике. Теперь работать стало проще. Медик освоил умный скальпель, костный диссектор. Мы использовали традиционные методы удаления костной ткани, то есть это долота, остеотомы, специальные выкусыватели костной ткани. А данный вид мне лично очень понравился. Не происходит повреждения кровеносных сосудов, не происходит повреждения нервов. Тем самым мы можем с большей возможностью постараться обойтись без каких-то осложнений. Устройство, которое стоит 5 миллионов рублей, выглядит скромно, зато заменяет сразу несколько инструментов. А еще делает хирургическое вмешательство практически безопасным для пациента. Это действительно робот делает в ране операционной все. И режет, как мы говорим, рассекает, и прижигает, останавливает кровотечение. И при необходимости делает специальные пломбы на те дырочки, те участки, которые необходимо закоагулировать, где вообще остановиться и поберечь нежную тонкую ткань. А значит, травм и осложнений будет меньше, как и времени на восстановление после операции. В Омске этот аппарат пока единственный в России, их также немного, поэтому омские медики с его помощью будут оперировать и пациентов из других городов. Но приоритет, конечно, за Омичами и жителями области. Для них процедура бесплатна. Юлия Боброва, Константин Демиденко. Новости здесь, Омск.